Испанская Барселона и канарская Лас-Пальмас сегодня играли на пустом стадионе в Барселоне. Болельщиков не пустили на Камп Ноу из-за референдума о независимости Каталонии. Ранее руководство Барселоны просило Федерацию футбола Испании перенести матч 7-го тура чемпионата страны из-за происходящего в городе. Но там отказались, боясь потерять очки. Команды решили сыграть сегодня, но без поддержки фанатов на трибунах. Барселона разгромила Лас-Пальмас со счетом 3-0.